Йоу! Всем привет, друзья! Меня зовут Сергей, это канал Angry Fox Game, и мы продолжаем ростить шмаль в игре Witchcraft Inc. Мы остановились на том, что нам нужно убрать конкурента. Так, стой, Джонни, все нормально, забудь. Сбавьтесь от группировки Shaun's Bunch на рынке. Это вот этот вот тип. Так, сейчас все будет. Сейчас все будет. Конкуренция. А подожди, что такое? Продажа. А, да, вот. Так и я не понял, как это. Это типа, это запасы. Обычные. Хорошие. Хорошо, да. Давайте попиздим. Попиздим вот с этим товарищем. Поговорить. Джонни! Джонни, мой пирожочек, чё как? Ну-ка, продолжение, ставь свой бизнес. Врага. Начинаю вообще, давай. Так, не, давайте... Хочу поговорить о... Расскажи о себе. Да ладно? Да ладно, Шон. Я хочу узнать твою историю, расскажи мне. Ха-ха, точно. Точно. Как бы не... переборщить. В общем, слушай. И он мне рассказывает такую хуйню, что пьет только очень дорогую минеральную воду. Эта информация мне ничего не дает. Давай пообщаемся. Так, расскажи о себе, узнать о личной жизни. Шанс получить новую информацию зависит от уровня ваших отношений. Шон, привет. Чую что-то... Есть что-то, что ты хочешь рассказать. Ха-ха, точно. Как бы не перепишет. В общем, слушай, и он рассказывает мне, считает образование очень важным, дружелюбным. Давай поговорим о... Ну-ка, еще. Образование, семья. Образование. Давай. Как, по вашему мнению, легализация повлияет на несовершеннолетних? Ха-ха, Джонни, всегда в теме. Позволь мне добавить еще кое-что. И он рассказывает, в прошлом ученик с самым плохим поведением в школе. Дружелюбный. Так, подожди, дружелюбный, да? Об одолжении я могу объединить силы против... А почему я не могу с ним пока об этом поговорить? Сортов. У вас нет компромата, чтобы... Так, хорошо. Хочу поговорить о себе. Давай поговорим, давай пообщаемся. Давай пообщаемся о чем-то. Как вы попали в этот бизнес? Если ждешь душещипательной истории, то спешу тебя разочаровать. Я просто... А, да, мы дружелюбные. Так, хорошо, он практически на максимум уже доверяет мне. Давайте пока оставим его в покое и... Так, компромата он пока не выдал. Давайте его оставим. Я хочу его переманить, короче, к себе в плюс. Прежде, нежели его убирать совсем с рынка, я хочу его переманить на свою сторону, чтобы он... работал либо на меня, либо, короче, мне в плюс. Это раз. Что-то никто ничего не покупает. Либо никто ничего не покупает, либо у меня тупо ничего этого нет. Так. Запасы. Хорошая, обычная, хорошая. Ну-ка, давайте-ка. Так, это что за у нас? Точка продажи? Обзор места. Рыночная площадь. Место. Ага. Обычное, хорошее. Хорошее, обычное. Хорошее, отличное. Сука, а как отличное получить? Плохое, хорошее, отличное. Два... А, вот! Два... Сука, почему они это не написали сразу? Два покупателя. Обычно люди. Двойной клик, чтобы посмотреть детали. Два покупателя из группы бродяги в этом месте. Двойной клик, посмотреть детали. Признание марихуаны. Благосклонны. А это что? Ожидаемое качество. Ожидаемое качество для группы бродяги. Плохое.
разница в качестве влияет на хорошее сказочное один. Ну и нахуй он мне нужен такой, блядь. Хорошее. Плохое. Хорошее. Ноль. Сказочное один. Блядь, а как тут детали-то? Социальные группы. Где этот хуй? Вот он. Во, хорошая. 0. Хорошая 0,5. То есть ему вообще, у него планки-то завышены у этого дяди, да? Ладно. Хорошо, давайте немножко вырастим тогда. Тут я, тут. Условия. Условия обычные, да? Сохраненные параметры. Так, это у нас кто? Grand Daddy Purple. Здесь Northern Lights. Давайте это и это и вот это посадим. А также обычные шмали насадим. И будем сейчас... Блять, так-то надо экспериментировать с этой хренью-то. Так, тут, это кто? Grand Daddy Purple, мы смотрим. До десятки мы подняли, да? Стоп! До десятки подняли, да? Подняли до десятки. Каким образом? 4, 3, 6. А выше можно поднять, интересно? 7, 5, 4, плохо. Так, понятно, то есть это я азот понизил. Чем ниже азот, тем лучше оказалось, да? Здесь 5, 4, 3. Здесь тоже понизил, оказалось лучше. 4, 5. Так, 4. 6. Так, ключевым моментом-то какое здесь стало? 5. Понизил, понизил, оставил. Так, хорошо, получается. А если калий повысить? Вот так. Посмотрим, что будет. Play. Калий. Thanks. 11. Черт возьми, да! 11, это хорошо. Стоп. Тут Northern Lights. Смотрим. О, здесь я тоже помню, экспериментировал, пиздец. И в итоге я, по-моему, остановился вот на этом. Northern Lights, он уже все, пиздец, никуда. Тут только какими-то химикатами его отравить, да? 5, 5, 6. Так, 5, 6, 6. Посмотрим, самое высокое значение, низкое здесь. 7. И 5. Да, здесь 6. И 5. 7. Блять, я ж его вообще тут практически не двигал. Давайте сделаем вот так. Попробуем вот так. 8. Азота добавим до хуя. Посмотрим. Плохо, да? 8. Понял, плохо, да? Ладно. Все плохо. 8. Где это значение, где я повысил его до... Скольки? До 7, да? Азот до 7 поднял. Или, подожди, до 8 даже, по-моему. Качество каждого полива. Чем точнее вы выстроите параметры, тем выше шанс. Давайте тогда понизим. Понизим и запомним, что понизили, чтобы не проебать момент. Тебя тут... Стой ты, блядь, подожди. Тут вроде как я выставил все, да? Но! Это же не предел, правильно я понимаю? 2. А если, допустим...
фосфора чуть больше сделать. А? Что ты скажешь на это? Фосфора чуть больше. 10. Плохо, да? Хорошо. Фосфор ставим, тогда не трогаем фосфор. Калий. Калий у нас был... Какое значение калия? 3, 6. 6 было плохое. С калием мы экспериментировали, да? Получается, что? 10, 10 до 11. Делали 1. Делали 3. Хорошо, давайте попробуем азота добавить, может, чуть-чуть. И запомним это. А, погнали. Стоп. Здесь у нас что? Здесь у нас обычная шмаль. Обычная шмаль. И с ней я экспериментировал 6. 7, 2, 2. Да, 7. Делал 8. 7, делал 8. И вот до 9. 9 это 4. 3. То есть азот 8. Сравниваем лучшее качество и плохое. 8 азота, здесь 7 азота. Здесь фосфора 4, здесь 2. Здесь 3. Здесь 2. На одно значение выше, здесь на 2 значения выше, здесь на 1 выше. И результат втрое вырос, да? Вдвое. Ну как? Короче, на 2 значения. На 3. Хорошо, давайте... Бля, я даже не знаю. Давай попробуем. Методом экспериментов попробуем. Калий попробуем поправить. 8. Плохо, да? Хорошо. Вот так если... 8. Так и оставили, да? А тут... Тут 9. Хорошо. А если мы снизим... Стоп. 9 было у нас тут? Не было. 9 у нас здесь не было. Давайте попробуем. 9. Thanks. 9. Стой. Хорошо, ну-ка так, thanks. 9, отлично. Ну-ка еще, если мы задерем 9. Ну-ка, вот так сделаем, 9, 9. Соответственно, я бы еще взаимодействие это понимал между собой. Так, стойте, мы что, вот здесь вот что-то мы на куда мы на 3 спустили? Вот здесь на 3 мы спустили. Проверяем. Выросло, да? Хорошо. Смотрим, что у нас выросло. А хули у нас выросло-то? На 3 спустил. Азот, да, спустил? Азот спустил на 3. 5. 6. Блять, 7. Ну-ка, 5, 7. Плохо влияет, да? Калия может снизить на одно значение. Давай попробуем. Блять, так сложно сразу. Ну-ка. 9. Так, а тут у нас фосфор. У нас все всегда по пятерке, да, было? Ну-ка давай на 6 его задерем тогда. Попробуем, посмотрим. Долго, да? Так, с тобой что мы сделали? 8. Так, было у нас 3. Я снизил, получается, фосфора на 1. И у меня оно вырос. А если еще на 1 значение фосфора снизить? Вот так. Давай глянем. Так, я могу клавиатурой, интересно, это все делать? А! Стоп. Запасы. Блять, стойте, настройки. Игра. Блять, клавиатуры нету.
Ладно. Погнали, попробуем. Бум! Хуёво всё. Да, блядь, а что я занизил-то? Подожди. 8, 4, 3. 9, 4, вот так, да? Ну-ка, проверка. Все круто, да? Ладно, давайте дрочить пока не будем. Оставим это так. Хорошо. 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 Ты у нас экспериментируешься вроде как, да? 11, 7, 1, 2. 8, 1, 2, да, я сделал. Да. 8, 1, 2, смотрим. Бум. Десяточка, все равно десяточка, да? Хорошо, десяточка. Не, как это десяточка-то? Подожди. 7, 1, 2. 7, 1, 2. У нас было. Так, ладно, давайте оставим это в покое. Куст этот. Дрочёный. Вот этот. С этим, что, 3, 6, 4, 3... 6, 4. А, я тут тоже экспериментирую, да? Хорошо, давайте посмотрим. Бум. Хуёво всё, да? 3, 6, 4. Было 3, 5, 4. 3, 5, 4. Ладно, оставим это. Применить ко всем. Тут тоже применить ко всем. Тут применить ко всем. Тут применить... Тут, подожди, тут смотрим вообще, что у нас... 11, 4, 3, 7, 4, 3, 7. Самый лучший результат, да? 4, 3, 7. Еще давай повысим калия на 8. Может, еще лучше получится сделать. Смотрим. Бом. Хуево все, зря повысил. Ладно, калия обратно вернем. 4, 3, 7, 4, 3, 7. Все, ладно, не будем дрочить. Просто сейчас мы будем... обстригать все это дело. Просто сейчас за кустиками поухаживаем. Маль-то надо растить. Ростить. Так себе, ну, блядь. Простите. Растение созрело. Покупатели хотят привезти. О, сразу покупатели поперли, конечно. Конечно, друзья. Сейчас все будет. Стоямба. Так, хорошо. Погнали. Немножко побанчим. Стоп! Сейчас мы посмотрим, значит, ты, хуй, что ты хочешь приобрести? Ты хочешь регги приобрести, да? А у не этого, вот этого хуеплёта, рейтинг 2 на первом месте, да? Виф. Так, чем он торгует? Виф, вот это, где она, это виф? Качество хорошее. Не покупают из-за низкого партии. Так, стоямба. Так, стоямба, подожди. А почему первое это? Вив. Продажа.
Блять, как открыть-то, что-то я тут туплю. Выращивание, продажа. Вот это. Нет, не вот это, вот это, не вот это. Блять, я дурак или чё? А, во. Во. У этой группы на этом месте третья, да? Wi-Fi OG. Секунду, я что-то не догоняю. Вот здесь что нарисовано? Здесь написано на первом месте VIF, вот это вот VIF. Тут она где? Вот она. Тут она написана на третьем месте. На первом месте какая-то моя шмаль на первом месте. А, это конкретно у этого чувака. А как общее посмотреть? Значение как бы всего этого места. Блять, тут что-то как-то я прям аж путаюсь нахуй. Башка прям кипит. Так, давайте как сделаем. Почем? Он хочет купить у меня регги по 17 баксов за грамм. А, подожди, за... По 9 баксов за грамм. 17 грамм. Понял. Топ 3 в этой группе. Хорошая, да? 2,5. Я вот думаю. 2,5 остается все равно, да? А он даже что? А он регги хочет купить, блядь. У бомжей, короче, спрос падает, да, на эту хуйню? А, регги ты хочешь купить, да? По 11 баксов, да. А мы ему впулим нахуй по 11 баксов эту дурь. А, да, точняк, продам. Бам! Что ты хочешь купить? Сегодня я возьму регги. Рейтинг вообще, да? Из-за цены рейтинг упал, да, у него. А мы сейчас поправим. Мы сейчас поправим рейтинг ему. Бэмс. Бэмс, 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 бэмс. А, так ты, сука, смотри. То есть... Подожди, что я сделал-то, нахуй? Третье место. Третий ранг у этой группы в этом месте. Нихуя себе, я вытеснил, что ли, там что-то. 0,5, 0,5, 0,5, 0. Третье место. Ну-ка, давай мы тебе, блядь, по 14 баксов впулим. Удерживайте дольше. Что ты хочешь купить? Регги. Вот наличка. А по какой ты сумме-то хочешь купить? 25 грамм, 225 баксов. Это ты получается вообще... Опа, второе место. Один и пять. Два.
2,5 по 8 баксов, да? Давай. А, то есть это на момент покупки, это уже без вариантов там что-то менять. Он будет покупать по той стоимости, которую я заранее забил, да, я так понимаю. Хорошо. А, ты что такое, как всегда возьму Northern Lights. Почем она у меня вообще, кстати? Что это, уехала куда-то? 15 баксов. Избавьтесь от группировки. Разнес его, да? А, я его просто вытеснил тупо. Блять, жаль. Отлично, высокие ставки. Вы понимаете, что ни один в игре. Хватит ли всем места на этом поле? Наличка 1000 рублей. Отлично, маленький вентилятор. Доступно новое оборудование. Это устройство поможет вам еще лучше контролировать условия в теплице. Минус 10 Цельсия. Плюс 40. Бдительность полиции плюс 40 за электроэнергию, видимо. 800 баксов. Отличная компактная лампа Супермарт. Доступна новая осветительная установка. Используется для изменения урожайности и улучшения условий в теплице. Плюс 60 грамм. 0, 5, плюс 5, 25. Чё, блядь? Я становлюсь специалистом в области ботаники. Мы можем поднять товар на новый уровень, регулируя освещение, уровень влажности и температуру. Можешь объяснить? Сможешь объяснить, как все это работает? Чем лучше освещение, тем выше урожайность. Однако лампы повышают температуру помещения. Почвенная среда напрямую влияет на качество продукта и на то, как долго будет расти кустик. Вентиляторы обросли... Вентиляторы и оросители поддерживают температуру и влажность на нужном нам уровне. Если мы хотим расширяться, нужно ввести игру на новый уровень и перестать заниматься черной работой, черновой работой. Наймем людей для выращивания и продажи. Действительно! Стоп. Много информации сразу. Так, новая записка в руководстве выращивания. Купите новое освещение в теплицу. Чувак хочет купить. Переезд конкурента. Может быть, этот раунд в городе, рыночная площадь остается за тобой. Но мы шанс так просто не сдадимся. Ты о нас еще услышишь. Понятно. Понятно такой. Понятно. Хорошо. Давайте вот это нахуй выставим на рынок. По 8 баксов, чё, уел что ли, блядь? По 12 сделаем. Оля-ля, 4,5. Этим мы, да, купим всех. Приобрести товар. Да? Пожалуйста. Пожалуйста. Выращивание. Так. Выращивание основы. Забота о растениях. Это я читал. Забота о растениях, оборудование. Температура влажности. Забота о растениях, удобрения. Это я читал.
Да, вот это вот не читал. Забота о растениях, оборудование. Поддержка оптимальной температуры и влажности в теплице очень важна для качества вашей травки. Нажмите на свободное место и выберите оборудование для покупки вентиляторов, увлажнителей и других приспособлений. Если больше нет свободного места, увеличьте место в теплице, удалив одно из растений. А, теперь можно регулировать. Круто. Забота о растениях, условия в помещении. Покупка оборудования позволяет улучшить условия в помещении. Экспериментируйте со значениями, и вы увидите изменения качества при следующем поливе растений. Опять же, да. Растение. Расширение теплицы. Не совсем понял. Расширение теплицы позволяет выращивать больше травки. Это можно сделать при помощи кнопки «Расширить» во вкладке «Выращивание». Помните, что у каждого здания есть определенный предел, так что используйте его с умом. Хорошо, базара ноль. Один. Это 4. Это. Давай сделаем. Вот это для этого охуенно. Это для этого охуенно. А это охуенно для этого. Даже. Давайте сделаем. По четверке вот так. Покупатели хотят приобрести товар. Да, конечно, без проблем, чувак. Подожди, а вот это я ему продаю почем? А, респекта вообще никакого. Он вообще просто хуй ложит на это, да? Это что за тело? Тело! Это кто? Это сосиска? Это какая-то сосиска? Жесть. Так, полиция. Полиция что-то моросит, да? Хорошо. Так, что? Конкуренция. Точки я купил все. Доход. Прибыль. Понял. Зайдем. Экологические проблемы. Купите новое освещение в теплицу. Бум. Не растут без света. Плюс 1 градус. Полиция плюс 2. Ага. Ага. Купил. Разметить маленький вентилятор в теплице. А, блять, это то есть я должен пожертвовать одной. Поставить оборудование. За место вот этого? Блин, так я тут горшок поставил. А забрать я не могу как-то это обратно? Фак. Поставить оборудование. Блять. Ну ладно. Поставить температуру в теплице у себя... дома 19 градусов. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Настрой температуру. Температура влажности помещения влияет на качество товара. Бум. Сделал. Наймите работников и дайте им 2 задания. Работники. Найм работника. Для того, чтобы нанять работника, нажмите кнопку вот эту на правой нижней части экрана. У работников есть несколько уровней заключенных ключевых навыков: выращивание, продажи и отношения. Так, выращивание, продажи и отношения. Они влияют на их эффективность и выполнение различных поручений. Чем выше навыки, тем большую зарплату они хотят. Но на это можно повлиять, поддерживая хорошие отношения. Хорошо. Назначение работника. Для того, чтобы назначить работника, просто перетащите его иконку с окна в нижней левой части экрана на пустую клетку в выбранном месте. Каждый работник может выполнять до 5 заданий в одном городе.
Хорошо. Так, глянем вот это сначала. Найм работника. Еще раз. Откуда он? Ага, вижу. Бом внизу. Работника, да? Ага. Ага. Понял. Взяли, перетащили сюда, воткнули, да? Этот хуй будет, значит... Ага, понял. Профессиональное развитие. Работники получают опыт во время выполнения заданий. Если они накопили достаточно опыта, то можно повысить их навыки, перейдя в профиль работника и удерживая одну из кнопок навыка. Понятно. Идеалисты и стукачи. Честность человека показывает его моральные качества. Человек с высоким уровнем честности может быть демотивирован, если поручить ему что-нибудь незаконное. В какой-то момент недовольный сотрудник может заявить на вас в полицию. Блять, ну пиздец. Самые идеалистичные сотрудники могут просто отказаться от выполнения незаконного задания. Охереть. Хорошо. Точнее, ничего хорошего, провалы. Ладно. Оборудование, хорошо. Так. Секунду, секунду. Все, сейчас все будет. Сейчас все будет. Что-нибудь еще? Наемные работники. Бампс! В индустрии с тех пор, как мы пешком под стол ходили, он не рассказывал тебе, как общаться с рабочими. Люди, которые этим занимаются, они особой закладки. Закалки. Им нужно шарить в каждом аспекте ведения бизнеса, продажах, выращивания, уметь общаться. Они как разведчики. Они предпочитают термин «устанавливать рабочие связи». Но да, они могут подсказать тебе, что происходит с людьми. Иногда, правда, перебарщивают. Понятно. Время от времени навыки рабочих улучшаются. Ты можешь давать им рекомендации, что именно им нужно улучшить. Но как только навыки становятся лучше, они требуют зарплату выше. Круто. Ты не хочешь платить? Ты не хочешь платить? Работай с маргиналами. Или прокачивай взаимоотношения с нормальными пацанами. Убеждай их в том, что их зарплата такая, какая нужна. Что хочешь от тебя не... Так. Что хочешь, от чего тебя не загрызет совесть. Ты даешь им возможность развития, навыки и... области ведения бизнеса, профессиональный рост. Наебывать их? Наебывать их? Что для одного наебка, для другого святое писание. Что по поводу грязной работенки? Они ее будут делать? Как получится. У каждого из них свой моральный компас. Пощупай их границы, нормы перед тем, как поручить какую-нибудь мутку. Хороший совет. Если ты ляпнешь что-то не то, они испугаются или облажаются и настучат на тебя. В любом случае, ты должен приглядывать за своими ребятами. Покажи им, что тебе не наплевать, прояви заботу, и все будет пучком. Думаю, я врубился. Спасибо. Что-нибудь еще? Нихуя. Хорошо. Такс. Качество повышает каждый раз после того, как вы поливаете растения. Вес продукта зависит от того, насколько точно вы настроили оптимальные параметры. Я выращиваю. Начальное значение определяется средой для выращивания. Хорошо. Так, тут. Тогда придется здесь покупать вот это. Здесь тоже вот это. Везде возьмем, короче, нормальные кувшины. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре, пять. Пять шмали, а сортов у меня... Что это? Что?
сорт закончился и больше не производится. Что это значит? И больше не производится? В смысле? Что это значит? Типа, все, пизда, снимаем с рынка. Я за него 7,5 кусков отдал. Вы че, блядь? Как это не производится? Вы ебанулись, что ли? Закончится, больше не производится. Пиздец. Ладно, давай тогда вот этот вот принем сюда. Понял, значит, будем выращивать другую хуйню. А, не, подожди, давайте наймем сначала чуваков. Работники. Показывает ваших работников назначенные задания. Где тут работа? Вот, да, найм. Ага. Свободный в городе Флинт. Параметры. Выбрать параметры. Шесть, да? Всего шесть. А, их собеседовать надо еще. Это что? Вот это вот, вот это что? Вот это. Продажа, выращивание, продажа, отношения. Окей. Выращивание. Этот навык увеличивает эффективность при выращивании травы и исследованиях. Ага. Продажа. Этот навык увеличивает эффективность в продажах для выбранного работника. А это что? Отношения. Этот навык влияет на эффективность человека при сборе информации, а также на его способность избежать неприятностей во время контрабанды товара. То есть каждого чувака нужно под выращивание и как минимум сбыт. Вот два параметра, да? Хорошо. Еще раз, это что? Выращивание, продажа и отношения. Хорошо. Выращивание Е. Сбыт Е. Это точно, кстати, Ребекка Джейд. Она точно, блядь, рулит. Выращивание и продажа. Выращивание и продажа. Давай попиздим с тобой, Ребекка. Охуеть, она Ребекка. Вы посмотрите, Ребекка, блядь. Джейд, безработный. Отношения неизвестно. Черт возьми, надеюсь, не еще одна проблема. Привет. Я здесь, ибо видел объявление в колонке поиска работы в газете. Еще ищешь работу? Конечно. Я ищу возможности. И что у нас тут выросло? Как это? Где? А. Отношение нейтральное, честность подозрительные. Благосклонные. То есть марихуану, да. Ну, видно по косяку. Поговорить. Давай пообщаемся сначала. Что последний раз по-настоящему вас рассмешило? Это как в той шутке про оборотня и священника. Итак, во время бар мицвы. Так, подожди, не так. Там был раввин, а не священник. И не оборотень, а выдра. Черт, не помню, как там дальше. Короче, тупая. Давай еще пообщаемся. Что в последний раз по-настоящему совершила? Как образованная женщина, я принимаю факт злорадства. Только представьте мое восхищение, когда я увидела, как какой-то бедный ублюдок скатился с лестницы возле моей квартиры. Бесценное зрелище. Понятно, она еще и такая, как бы.
Давай поговорим о бизнес. Как легализация в Канаде повлияет на наш бизнес? Если присмотреться, то нужно заметить, как рынок среагировал на легализацию во всей стране. Я думаю, мы многому можем научиться у Канады. Интересуется предпринимательством. Знакомы. Хорошо. Расскажи о себе, да. Рэп, привет. Чую, что... Чую, есть что-то, что ты хочешь рассказать. Да, ты хороший слушатель. А вот еще, кстати, Ибама нам не рассказывает. Настоящий ценитель острой еды. Расскажи еще о себе. Да ладно, рэп, я хочу узнать твою историю. Расскажи мне. Окей, Жоня, ты это не поверишь. И она мне рассказывает, любит свою работу. Хорошо, давай поговорим о работе. Какие мысли о сегодняшнем состоянии рынка труда? Я думаю, что повышение минимальной заработной платы сможет прямо сейчас оказать влияние на нашу экономику. В конце концов, деньги порождают деньги. Хорошо, давай поговорим о острой еде. Позволь-ка личный вопрос. Ха-ха, Джонни, всегда в теме. Позволь мне добавить еще кое-что. И она мне рассказывает, во время городского происшествия отравилась свинцом. Хорошо, это не то, что мне надо. Хочу поговорить, давай пообщаем о семье, острой еде, отравление свинцом. Ну давай, я знаю, что ты... Ха-ха, Джонни, всегда в теме. Позволь мне еще кое-что добавить. Заботиться о своем здоровье. Хорошо, понятно, это хуйня все. Твою работу. Нет. Я хочу поговорить. Так, хочу попросить тебя одолжение. Нихуя я не... Подожди, я хотя бы... Че тут? Ага. Хочу поговорить... Расскажи о себе еще. Как у тебя рэп? Ты мой друг и все такое, но я не хочу себя углубляться в этом. Все понятно, Ребекка, иди нахуй тогда. А я пока попизжу с другим чуваком, вот с этим. Давай поговорим. Что такое? Неприятности? Позволь мне представиться. Я так понимаю, ты сейчас в поиске работы, у меня есть для тебя предложение. О, супер! Нам стоит узнать друг друга получше. Ууу, да ты шмаровоз, да? Шмалялюб. Отношение нейтральное, мотивация жаждущая. Идеальный работник, мне кажется. Хочу поговорить... Давай пообщаемся просто. Что последний раз по-настоящему вас рассмешило? О, вот тебе бородатая, колобок повесился. Ты тупой, да? Понятно. Давай пообщаемся еще. Рассмешило. Ну, я сейчас смотрю британскую версию популярного американского сериала. И вообще, не вкуриваю, что там смешного. Почему они так жестоки друг с другом? Это какие-то европейские шуточки? Понятно, давай теперь ближе к делу. Давай поговорим о семье. Возможно, вы хотите поговорить о семье, я могу рассказать о моей. О, семья! Нет, не люблю об этом говорить. Отношения не попортятся. Так, хорошо. Давайте поговорим о образовании. Какое у вас образование? Не знаю, обычное. Ты тупой, да, я понял. Поговорим о бизнесе. Что вы знаете о запасах марихуаны на рынке? Посмотри на меня. Я что, выгляжу как инвестор Уолл-стрит? Понятно, короче, поговорим о... Расскажи о себе. Марк Часкер. Можно я буду называть тебя Марко? Марк Часкер, можно я буду называть тебя Марко? Мне нужно кое-что о тебе узнать. Признавайся. В одно время я был... Каждый день заходит в Bad Cup за чашкой кофе и пончиком. Пиздец информация. Давай пообщаемся еще. Чем занимались в последнее время? Старый добрый экзистенциональный кризис. Я просто
Я просто не могу себе позволить, чтобы было просто хорошо. Сейчас я нахожусь в бесконечном круговороте попыток достичь совершенства, вследствие которых не получается ничего закончить. Я головой я понимаю, что невозможно делать все идеально, но ох, черт, не дай моему нытью поломать тебе кайф. Знакомый. Расскажи еще о себе что-нибудь. Есть новости из страны Марк Часкер? Может, когда у тебя будет побольше времени? Понятно, все, иди нахуй тогда. Какой-то он неразговорчивый. Давайте посмотрим еще кого-нибудь. 250. Самый дешевый у нас кто? Самый дешевый вот этот паренек, да? Джошуа Уэллс. Давай, Джошуа, расскажи мне. Что у тебя за дело? Позволь мне представиться. В поисках работы? Так получилось, что у меня есть свободная вакансия. Давай побеседуем и посмотрим, к чему мы придем. Ужасно! Конечно! Отношения нейтральные, спокойные, подозрительные. Ну, какой-то он такой. Давай посмотрим. Не хочу я его нанять. Одолжение не хочу. Хочу поговорить. Давай пообщаемся. Чем занимались в последнее время? Старый добрый экзистенциальный кризис, а это мы читали. То же самое, отношение нейтральное. Давай еще пообщаемся. О чем думаете? Нам стоит узнать друг друга получше. Интересуются путешествиями? Отлично, ты будешь у нас бегунком. Банчить травой на улице. Так. Расскажи о себе. Ты очень загадочная личность, тебе нужно немного раскрыться. Давай же. Я сейчас немного занят, может потом. Да, блядь, ты пидор что ли? А чем, в смысле, чем ты, я тебя собеседую, чем ты можешь занят быть? Давай поговорим о путешествиях. Вы ездили недавно в какое-нибудь экзотическое место? Надо сказать, я прямо странник, я побывал в нескольких путешествиях, о которых хотелось бы рассказать. Знакомый, да, давай поговорим о путешествиях еще. В каком самом интересном месте вы побывали? Недавно я был в туре по Европе. Париж, Рим, Прага. Не думаю, что могу выделить что-то одно. В каждом городе было свое очарование. Мне нравится бывать в новых местах. Знакомый. Давай поговорим о бизнесе. Сколько времени пройдет, прежде чем гигантские корпорации захватят рынок? Как думаете, малый бизнес выживет? Это всегда будет словно сражение между Давидом и Голиафом. Конгломераты будут объединяться, а новые корпорации появляться на рынке ежедневно. Интересуется предпринимательством. Отлично, то есть ты банчить будешь. Расскажи о себе, теперь готов? Как у тебя дела? Да, хороший слушатель. А вот еще, кстати. Воспитывался в семье военных. Это хорошая дисциплина, значит, есть. Давай поговорим о... Семье военных. Не против, если мы поговорим о... Ох, прям ностальгия такая накатила. Дружелюбный. Давай поговорим о... Образование. Какое у вас образование? Ой! Чувак, где... Секунду. Чувак-девчуля. Ой, чувак-девчуля, забудь об этом и послушай. В колледже курил травку. Отлично. Ну-ка, что у него? Подозрительное. Хорошо, давай поговорим о курении в колледже. Вот давай вот об этом. Позволь-ка личный вопрос. О, да, дружище, ты меня так хорошо знаешь. Это стопудово моя тема, дружелюбный. Давай поговорим о... Так, хорошо, скажи о себе. Ну-ка, еще, может, я о себе что-то расскажешь. История, расскажи мне. Как и всегда, было приятно с тобой поболтать, дружище, но у меня есть... Свидимся, ему надоел этот разговор. Хорошо, я понял тебя. Пошел нахуй. Вот это сдаст меня. Вот этот какой-то мутный тип, он подозрительный. Мне кажется, он меня не сдаст, но он будет гнуть свою линию, типа, хочу больше бабла. Вот этот, мне кажется, тоже меня сдаст. Вот эти три персонажа самые, наверное,
самые нормальные варианты, я так думаю, в плане найма для моих дел. Вот этого, наверное, я еще не знаю, конечно, окончательно. Я хочу их еще собеседовать и посмотреть, на что они вообще, как, ну, беседа как сложится. Но вот этот предварительно, вот этот вот, мне кажется, он будет хорошо банчить на улице. Вот это, раз умеет выращивать, она будет выращивать. Вот этот что-то среднее между выращивать и банчить. Но вот эти три, мне кажется, вряд ли меня сдадут. Вот эта няшка, хуесосашка, мне кажется, сдаст. Вот этот будет гнуть, что хочет больше бабла. А вот этот пидор может меня сдать. Это точно какой-то мрачный хуй. Ладно, на этом давайте пока что серию закончим. А если понравился выпуск, ставь лайк, комментируй, подписывайся на канал, рассказывай братюням, чтобы получать оповещения, тыкай обязательно на колокольню. Ссылки на паблик и соцсети в описании. Ну а на этом все. Всем пока!